Здравствуйте. Вот хочу ответить на вопрос своей подписчице Валентине, как вот я пришел к рунам. Ну, на самом деле, да, я просто реально как бы в себе почувствовал, был, наверное, такой вот некий знак, что мне вот здесь сейчас необходимо это все сделать. И я все это сделал буквально за один вечер. Очень быстро. И вот так вот. И знаете, при прохождении рун, допустим, вот первую руну Феху я проходил. И мы с женой поехали смотреть телочку маленькую. Я, честно скажу, говоря, я не хотел ее покупать. Ну, до этого я был реально против. А вот видите, руна вот Феху именно отыграла так, что я купил эту телочку, как вот поехал смотреть тогда вот эту трехнедельную. И знаете, очень много было разных событий. Я помню даже, знаете, вот проходя все руны по порядку, и я почему-то почувствовал, что вот сейчас вот, допустим, мне необходимо проходить руну Геба, хотя она была дальше. И это тоже не просто так. То есть руна Геба – это вот такая руна, ну, такого равновесия, знаете, когда все пытаешься соединить. И вот именно на тот момент, то есть она мне была как раз необходима. А так и было. Очень много разных событий, дорогие, если я вот, ну, как бы буду читать по тетрадке. Очень много разного всего произошло. Да, и на самом деле, то есть, конечно, руны несут в себе огромную силу. И эта сила, знаете, именно не причинение другому какого-то вреда. Для защиты, да, я согласен. Но ни в коем случае не для нападения и не причинения вреда другому. Вот мои мысли вот такие вот. Дорогая Валентина, я не знаю, насколько сумел я ответить на ваш вопрос. Но вот я постарался. А знания... Ну да, ведь когда проходишь, информацию берешь, то есть о каждой руне отовсюду. То есть и книги какие-то, вот допустим, там Ксении Евгеньевны Меньшиковой, ролики, допустим, мастера, ролики той же самой Ксении Евгеньевны, и еще много разных авторов. И эту информацию все впитываешь, то есть в себя, и чувствуешь, что на самом деле тебе нужно, как бы, что душа твоя принимает. И вот это остается. Вот как-то так. Здравия вам, мира, добра и процветания вам и вашим братам.